означает эпоху тьмы цикл солнечной системы не планетарный цикл земли а цикл самой солнечной системы продолжается 25 920 лет если разделить его на 2 то в каждой половине будет по четыре юги в сумме 8 юг только калий и сатья юги спарены по две сатья-юги и по две кали-юги, но оставшиеся юги, два пара-юга и трета-юга разделены кали и сатья-югами. Кали-юга, о которой мы говорим, имеет значение из-за того расстояния, на которое Солнечная система удаляется от суперсолнца, вокруг которого совершает оборот. Чем больше это расстояние, тем менее разумны становятся люди. Итак, Кали-Юга ⁇ это время максимальной удаленности от суперсолнца. По этой причине в этот период уровень человеческого интеллекта снижается до минимума. Но по мере сокращения расстояния человеческий разум начнет расцветать. Существует даже утверждение о том, что способность человека понимать и использовать электрические и магнитные силы в своем организме возрастает по мере приближения к суперсолнцу и снижается по мере удаления от него. Сегодня вы понимаете разум как активность нейронов в мозге. Да? На анимированной модели мозга можно увидеть эту активность в виде вспышек, вспышки по всему объему мозга. У нас же есть модель из проекта «Голубой мозг». Можно вывести ее на экран. Активность мозга показана в виде пульсирующих вспышек, похожих на электрические разряды. Потому что чем выше биотоки в нейронах, тем лучше протекает ваш мыслительный процесс. Современные физики пришли к выводу, который с давних пор известен в ягических науках. Этот вывод заключается в том, что согласно законам физики, управляющим Солнечной системой, развитие человеческого мозга достигло предела. Почему это так? Если увеличить размер нейронов, возможности мозга возрастут, но это потребует больших энергозатрат. Сейчас, сидя здесь, 20% своей энергии вы тратите на работу мозга. Сейчас 20% калорий сжигаются в вашем мозге. Весь остальной организм потребляет 80%, при этом 20% расходуется на один только мозг, потому что это очень энергозатратная часть организма. Представьте, что ваш мозг стал таким. Вам понадобится намного больше энергии и соответствующих размеров желудок. Некоторые из вас стремятся к этому, но так это не работает. Это не выход. Если развить настолько большой мозг, будет невозможно снабжать его энергией. Если увеличить число нейронов, мозг сможет работать лучше без дополнительных энергозатрат. Но с повышением числа нейронов, сверх того, что имеется, начнется снижение качества сигналов. Это то, что происходит со многими гиперактивными детьми. Число нейронов в их мозге больше обычного. Они очень сообразительны но очень непоседливы. Они не могут мыслить ясно. Они гениальны. Но все впустую, потому что у них отсутствует ясность. Итак, увеличение размера не работает, рост числа нейронов не работает. Поэтому были сделаны выводы, что по законам физики дальнейшее развитие человеческого мозга невозможно, но мы можем научиться лучше его использовать. Сейчас вы используете его очень посредственно. Мозг это электрическая нагрузка. Увеличить размер мозга или повысить количество нейронов невозможно. И тогда мы приходим к тому, что разум человека нельзя усовершенствовать, но можно эффективнее его использовать. Сейчас мы используем его очень посредственно. Если применить более совершенные подходы, то, как говорят ученые, можно поднять производительность мозга примерно в 3000 раз. стать в три тысячи раз умнее, чем сейчас. Было бы замечательно, не так ли? Даже в три раза это уже фантастика. Мы можем научиться лучше его использовать, но дальнейшая эволюция мозга невозможна, потому что этому препятствуют законы физики. Наука йоги говорила об этом еще в давние времена, Разум и тело человека не могут развиваться дальше, потому что этому препятствуют законы физики. Потому что, согласно природе, вращения Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли, мы достигли в этом предела. Человеческое тело достигло своего максимума оно не может развиваться дальше. Но в то же время наука йоги говорит, что можно использовать его более эффективно, применяя разные подходы. Мы только что обсуждали один из подходов – это брахмачарья. Это означает, что вы можете вырабатывать в организме такой вид энергии, что если бы у вас был не один мозг, а десять, на них бы тоже хватило – если бы их было 25, и на это хватило бы энергии, вы могли бы сидеть здесь и питать тысячу голов, сидящих вокруг вас, генерируя необходимую энергию, поднимая кундалини. Активируя свои энергии в полную силу, вы можете питать тысячу умов. Вот какой объем энергии может быть. Были мудрецы, про которых говорили, что у них тысяча или десять тысяч рук – Потому что такой человек был способен на то, на что способны десять тысяч. В большинстве случаев современные технологии демонстрируют именно это. Но в более глубоком смысле человек может быть таким, что его разум будет способен заменить тысячу или десять тысяч, или даже миллион человек, потому что существует иной способ вырабатывать в системе более эффективную энергию, глядя на то, как тело вырабатывает энергию в своем естественном состоянии. Ученые делают вывод, что ее не хватит, чтобы питать мозг большего объема. Но существуют и другие способы генерации энергии. И вам не нужен больший мозг, не нужно больше нейронов, нужно больше энергии. Если у вас будет больше энергии, больше улучшенной энергии, например, было время, когда, чтобы осветить этот зал, мы использовали лампы мощностью 5 киловатт. Сегодня для этой цели достаточно использовать 100-ваттные лампы. Один из наших медитаторов в США занимается производством очень мощных светодиодных ламп. Скоро он отправит их нам. Это лампы на 12 вольт. Весь зал будет освещаться 12-вольтовыми лампочками. Всего пять лет назад было невозможно представить, что 12-вольтовыми лампами можно будет освещать такой большой зал. Но мы уже собираемся их установить. Мы затрачиваем на освещение очень малую мощность, потому что мы применяем ее более эффективно. Это расширяет наши возможности по ее использованию. То, что применимо к светодиодным лампам, применимо и к человеческому телу и мозгу. И это то, что постоянно исследует йога. Итак, Калки должен прийти, чтобы завершить эпоху. Он должен прийти, чтобы завершить эпоху тьмы. Природа времени такова, что никому не нужно его запускать и никому не нужно его останавливать. Оно течет в любом случае. В вашей жизни может ничего не меняться, но время все равно идет. Не так ли? Это то, что вам гарантировано. Если вас благословят на бессмертие, даже став бессмертными, вы не остановите течение времени, не так ли? Так что никому не нужно начинать эпоху и заканчивать ее. Просто было сказано, придет калки на белом крылатом коне. Если у лошади есть крылья, то это плохая лошадь. Лошади нужны хорошие ноги. Или нет? Я говорю что-то не так? У лошади должно быть четыре крепких ноги. Тогда это хорошая лошадь. Лошадь с крыльями — это неправильная лошадь. Да или нет? Очевидно, что речь идет о метафорической лошади а не лошади как таковой. Это метафорическое высказывание о том, что настанет свет. Когда эта эпоха завершится, уйдет тьма, и настанет свет, который уничтожит тьму. Если в темном зале я включу освещение, Разве оно уничтожит тьму? То, о чем говорится в метафорической форме, то, что выражается диалектически, глупые грамотеи или эксплуататоры превращают в черно-белые, вымышленные факты. Это высказывание в форме метафоры. В своем движении Солнечная система проходит темную фазу, после которой наступает светлая которая прольется на нас дождем. Даже вопреки вашим желаниям, ваш мозг оживится и начнет работать лучше, потому что вы войдете в другую эпоху. Как мы уже обсуждали вчера и сегодня, даже в детских комиксах, умственное озарение обозначается вспышкой. Да или нет? Не так ли? Мне пришла в голову блестящая идея. Блестящая, а не тусклая. Понимаете? Потому что человеческий разум всегда ассоциировался со светом. Поэтому в Писаниях говорится, когда Солнечная система повернет назад, настанет свет. Это очень красивое описание. В разных югах люди используют разные категории разума разные подходы к коммуникации. В сати югу важнее ум. Ум, а не интеллект. Ум будет важнее. Возможно, это единственная культура, в которой разграничиваются ум и интеллект. Современные ученые впервые стали признавать это лет десять назад. Но до этого понятие ума считалось неразделимым. Ум станет главным инструментом в коммуникации и в жизни. То есть, если я захочу вам что-то сказать, мне не понадобится ни микрофон, ни громкий голос. Если я подумаю о чем-нибудь, вы это воспримете. В Сатья Югу люди почти не разговаривали, потому что ум был средством коммуникации. Все, что было необходимо, делалось на мыслительном уровне – по той причине, что все делалось в уме. Говорят, что даже концепции выстраивались мысленно. Утверждают, будто бы физические модели не создавались, были только умозрительные построения. Когда наступила трета юга, важность обрело зрение. Когда жизнь вошла в трета югу, язык людей живших в эту эпоху, всегда отражал. Одним из основных приветствий в Индии было «Я тебя вижу». Голливудский фильм «Аватар» сделал его очень популярным. «Я тебя вижу». Основным приветствием аборигенов было «Я тебя вижу». Ну хорошо, вы меня видите. Что дальше? Речь идет не о зрении. «я тебя вижу» означает «я вижу тебя целиком и полностью». Во время Трета Юги человеческие глаза были очень мощным инструментом. Когда можно коснуться кого-то глазами, это называется нетраспарша. По мере удаления от суперсолнца, особенно важным становилось дыхание. Мы уже рассматривали вчера или сегодня утром, что там, где жизненные энергии очень высоки, можно заметить, как ваше обоняние становится очень и очень сильным и чувствительным. Оказавшись в лесу, можно заметить, что обоняние там важнее зрения, слуха и мыслей. И все понятно на самом деле. И вам сразу становится известно, что происходит с этим человеком. Месяц назад нам посчастливилось принять в раме в качестве гостя королевскую кобру. С помощью языка кобры пробуют вас, не приближаясь. Им понятна химия вашего состояния. Я и немногие из брахмачариев брали ее в руки как будто она была ручной. Мы просто играли с ней. Но это была не ручная кобра, а смертельно опасное животное. Кобры могут двигаться невероятно быстро. И если змея вас укусит, вам останется жить всего 8-10 минут. У вас будет всего 8-10 минут. Это все, что вам останется. Они смертельно опасны. У них хватит яда, чтобы убить слона. Но мы обращались с ней спокойно. Мы понимали, что если не создавать неправильную химию в своем организме, то и кобра будет вести себя спокойно. Из всех созданий только кобры настолько чувствительны к вашей химии. Все плотоядные животные и почти все дикие существа чувствительны к вашей химии, но змеи сверхчувствительны к ней. Можно выйти на природу, найти и просто поднять ядовитую змею. Не хватать ее за голову, а просто взять ее. Она сама пойдет к вам в руки, если вы будете абсолютно спокойны. Если вы хоть немного занервничаете, если ваша химия проявит хоть немного беспокойства, немного страха, она атакует вас, потому что змеи мгновенно узнают, что происходит в вашей системе они воспринимают это определенным образом. Причина, по которой йогины всегда держат рядом с собой кобр и того, что кобра лежит рядом с Шивой, заключается в том, что по сравнению с другими существами на этой планете, кобры создают вокруг себя максимум эфирной ауры. Это говорит об их превосходном восприятии. Эти животные полезны для восприятия. Все йогины преклоняются перед их восприятием, потому что из-за эфирной ауры, которую они создают вокруг себя, их восприятие сильнее, чем это вообще возможно для большинства людей. Как можно узнать из Махабхараты, множество племен называли себя нагами. Они практиковали садану необходимую для создания определенного объема эфирной ауры, чтобы воспринимать то, что не способны воспринимать другие. Потому что вы знаете только то, что воспринимаете. Все остальное ерунда. Не так ли? Я могу что-то говорить, Бог может что-то говорить, Писание может что-то говорить, но все это останется чепухой, пока вы не сможете это воспринять. существует умственное восприятие, визуальное восприятие, обонятельное восприятие. Но что касается Кали-юги, то в ней люди становятся полностью вербальными, их род становится самым главным. Так что вам следует понять, что Солнечная система проходит через юги определенным образом. Если вы сонастроены с этим процессом, то будете подвержены влиянию юг. Если вы выше этого, то сможете оставаться в таком состоянии, в каком захотите. Если вы завязаны на что-то свое, планета может быть в Сатья-юге, но вы будете пребывать в своей собственной Кали-юге. Каждому дана свобода либо возвыситься над эпохой, либо быть раздавленным ей, либо просто поддаться ее влиянию. Все три возможности присутствуют. По завершению Кали – Калки должен спуститься на белом крылатом коне. Не заводите себе лошадь с крыльями. Найдите себе лошадь с ногами. Какая забавная история, не правда ли? Но это было сказано метафорически, потому что свет или разум не обязательно исходят от вас. Они приходят благодаря небесной возможности, поскольку Солнечная система покидает эту фазу ваш разум станет ярче. И это дар природы. Он изливается на вас. Это дар небес. По той причине, что это небесный дар, и что есть созвездия, в которых можно увидеть лошадь с крыльями. Вы знали об этом? Существуют созвездия, которые похожи на летающую лошадь. Было сказано, она спустится к вам и разрушит вашу тьму. Если вы хотите уничтожить тьму, Никому не нужно лететь на лошади и спускаться вниз. Достаточно слабого света, чтобы тьма исчезла. Тьма ⁇ это самая хрупкая вещь, но даже от нее люди не могут избавиться, потому что применяют неправильные подходы. Представьте, что в зале стало грязно, и я поручил вам убраться в нем. Если все вы возьметесь за это с большим энтузиазмом, возможно, за 15 минут, вы сможете полностью убрать зал. Представьте, что в зале стало темно, и я поручил вам убрать эту чертову тьму. Если вы все возьметесь за это с большим энтузиазмом и будете трудиться, пока не умрете, она все равно не уйдет. Но если вы просто включите свет, она исчезнет. Такова природа тьмы. Вот почему создание света на летучем коне спустится и развеет тьму, если только вы не позволили тьме поселиться в себе.